Всем привет, с вами Time Games, и мы продолжаем играть в Сибирь 2. И мы наконец-то прибыли в Сибирию. В саму Сибирию. Как мы долго до нее добирались. Как мы не верили, что она вообще существует. Но все-таки мы до нее добрались. Поздравляю вас, дорогие друзья. А вот и старичок, которого мы видели в ролике. Да, старичок немного развалился. Так, медальон Юкола. Что-нибудь может еще взять у меня? Так, больше ничего здесь нет? Да, больше здесь нету ничего. Тут тоже ничего нет. Значит, идем налево. Следуем. Чел такой. Сундучок. Что в нем? Так. Плитка с иероглифом. 3 штуки. И что дальше? Ранненько. Куда же ушел Ганс? Так, нам сюда что? Оттуда я пошел. Ах, да. О, еще одна плитка. Цветок Сибири. Ох, как все тут красиво. Ганс, мы на месте. Сибирия. И мамонты, Ганс. Дальше, дальше, за полями голубой травы. Вперед! Это не так просто, но мы справимся. Терпение, Кейт. Да, конечно. А вот тут-то нам Юки поможет. За этими воротами долина мамонтов, Кейт. В конце концов, это просто ворота. Надо только понять, в чем секрет. Так, где-то рычаг какой-то был. Так, нам нужен Юки.
Так, Юки у нас внизу спит. Давай, просыпайся. Юки всю дорогу проспал. Ну-ка, цветка нюхни. Надеюсь, сработает. О, какой живой стал. Спринтер? И возвращаемся к вратам большим. Юки, за мной. Все, распластался Юки. Так, тут ничего. О, ничего себе. Так, тут что у нас? Ганс сидит. Тут красиво, да? Да, Ганс. Сибирия. Вы правда думаете, что здесь есть мамонты? Да, Кейт. Надо сыграть песню, которая их призовет. Как сами? Вы хотите их позвать? Да, с помощью дудочек, как древние юколы. А вы знаете, как это работает? Нет. Ну ладно, я попробую. Так, вот там я видел вот эту штуку, да. И у меня есть медальончик. Еще бы разобрать, где да как, до чего. Так. Так, у нас...
Чё, они все отходят куда угодно? Тут, наверное, в принципе, по выемкам можно понять. Так. Вот такой вот обломок. Это, я думаю, вот сюда. Так, затем вот этот должен быть вот сюда. Или нет? Этот сюда ходит, нет? Так-то по медальону можно посмотреть. Так, ну-ка. Вот сюда, наверное. Где-то сюда, где-то сюда. Ну, по идее, подходит. Да ведь? Ну-ка. Он сюда подходит. Ну-ка, давайте вот так попробуем. Не, неверно. Неверно. Давайте смотреть медальон. Так, рогатка такая. Рогатка, где у нас рогатка? А какие вообще символы, посмотри, внутренние или внешние? Ну вот рогатка. Мне-то надо какой поставить. Так. Рогатка. Где у нас рогатка? Она рядом с буквой такой Ш. А, вот здесь вот, скорее всего. Так. С тем, что у нас? Угу, такая буква. Буква Н такая. Так, где же мы?
Так, что-то я его не вижу. Давайте его отложим. Попроще возьмем что-нибудь. Вот такой вот закорюлик. Типа девятки. Или шестерки. Так, это вот это, наверное. Так, напротив такого крюка. Так. А крюка-то нету, так что... А вот типа такая плей-пауза и стрелка между ними. Чтобы вообще голова не соображает. Давайте я на паузу поставлю, подумаю, что тут да как.